вице-президент фонда Гейдара Алиева, глава представительства фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, Азербайджанская Республика. Хочу в первую очередь поздравить всех с праздником, весь российский народ. Для меня большая честь и гордость получить государственную награду Российской Федерации медаль Пушкина. Памятник великому русскому поэту установлен в центре Баку, как знак большого уважения всего азербайджанского народа к великой русской культуре, литературе и искусству. Русский язык в полном объеме сохранят в школах. Действует Славянский государственный университет, филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Недавно открылся первый зарубежный филиал Московского государственного университета имени Сеченова. И, конечно же, на улице в Баку можно очень часто услышать русскую речь. Русский язык – это один из самых красивых языков в мире, поэтому это большое достижение. У нас более 300 русскоязычных школ в Азербайджане.